сюда. Хрен сюда пойду. Не нравится мне их рожи. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Должно быть. Не надо мне пару монет. Мне надо в бюро. О, нет. Мне нужны деньги. Добро пожаловать. Здесь найдется. Интересно, куда бюро. Немножко. Монахи, будьте любезны. Блять, ничего не стоило. Поворот. Уйди. Уходите, смотрите товар. Вас недовольны? Ты как ненормальный. Я толкнул человека. О боже. Он слепой? Конечно. Давайте объясним ему, что мы уже все знаем. Рафик. О твоих деяниях говорят, Альтаир. Ты на самом деле желаешь искупить свою вину? Я стараюсь. Порой ты хорошо справляешься. Я полагаю, работа нас воссоединила. Да, Вильям Монферрат моя цель. Я получил нужные сведения и знаю, как до него добраться. Говори. А я послушаю. У Монферрата большое войско. Многие зовут его хозяином. Но у него есть и враги. Он не ладит с королем. И никогда не ладил. Это мне на руку. Визит короля его сильно расстроил. Как только король уедет, он отправится в свою крепость, чтобы все обдумать. И пока он будет занят мыслями, я его убью. Уверен в своем плане? Абсолютно. Я выкручусь, если что-то пойдет не так. Тогда иди покончи с Монферратом. Давай, перо. И достанет свободен этот город. Все, я пошел. Я вернусь, когда дело будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Так, порыдали тут в сторонке и на выход. Да, это будет сложноватая миссия. Не скажу, что сложная, сложноватая. Предстоит, потому что точно убьет кого-нибудь, увидите. Большой замес со многими. О, глупец. Ты перепугал меня. Интересно, куда это он? Ну, пустите меня. Этот дурак кого-нибудь врежется. Ах! Он видно падает. Я плёс. Разуй глаза, болван. Он точно кого-нибудь. По крышам тоже долго будет, да? Ну где проволок-то? Че вы тут все перегородили-то? Кто так строит? Я понимаю, чего он хочет добиться. Как можно быть таким? Как бык посел. Такое чувство, что вы в России живете. Дорога длинна, и вас ждет немало испытаний. Но Бог видит вас и ведет к победе. Толстый шарик. Будьте сильными, горожане. Оставайтесь крепкими в вере. Дорога длина, и вас ждет немало испытаний, меня. Но Бог видит вас и ведет. Ну, вот я прибыл. Надо было только улицу одну перебежать. Прыгай ты, твою ж мать. Тысячи жизней, Вильям. Их нужно было держать в тюрьме и ждать, пока мы не обменяем их на наших людей. Сарацины бы не выполнили свою часть сделки, ты сам это знаешь. Я оказал тебе услугу. О, да. Невероятную услугу. Теперь они разговаривать с нами не станут. Разве что на поле битвы. Я хорошо их знаю. Смерть их воинов вселит в них ужас, а не ярость. Ответь мне, как же ты так хорошо знаешь врага, если с головой ушел в политику и уже забыл, что такое бой? Мои действия верны и справедливы. Ты поклялся хранить посланное нам Богом, Вильям. Но делаешь ты нечто иное. Ты все это разрушаешь. Очень суровые слова, повелитель. А я думал, что заслужил твое доверие.
Что ты говоришь, Вильям? Ты регент Акры, ты правишь вместо меня. Это недоверие? Или тебе нужна моя корона? Ты не понимаешь. Хотя это не ново. Я бы предпочел не тратить впустую свое время, а заняться войной. Мы продолжим в следующий раз. Не смею задерживать, ваша светлость. Так. Батька свалил. Мне кажется, таким, как он, места в новом свете нет. Убить уже хочет, падла. Скажите войску, я хочу поговорить с ним. Мне нужно, чтобы каждый делал то, что следует. Любая халатность будет караться. Я сегодня не в настроении ни с кем возиться. Да, господин. Все остальные со мной. Так, а я тут помогал пару людишкам. Надеюсь, вы мне потом поможете. Почему он так спешит? Ну, а за капелик стал. Так, здесь надо быть аккуратным. Как туда мне, ага, не пройти? Какого ты залез? Тебе нельзя тут находиться. Убирайся пока цел. Да, убираюсь, убираюсь. О боже, что случилось? Я говорил с Ричардом, и у меня плохие известия. Нас обвиняют в неисполнении нашего долга. Он не признает нашего вклада в общее дело. Он не прав. Да что он понимает? Так не стыдно. Тихо, я тебя где-то видел. Тихо, замолкните на время. Да, его слова жестокие, но не безосновательны. Все станет понятно, если вы присмотритесь. Так, вот туда надо будет на крышу потом валить. Вы беспомощны и ленивы. Никогда. Чего это? Это все сплетни. Я видел ваши тренировки. Ни напора, ни концентрации. Лишь болтовня до карты. Вы все делаете либо никак, либо плохо. Твое присутствие меня раздражает. Этому надо положить конец. Ладно, не подхожу, не подхожу. Достаточно упадка в наших рядах. Понимаете вы или нет, вы должны понимать, виноваты только вы. Вы выставили нас всех на позор. Преданное и умелое войско завоевало Акру. И не менее умелое войско должно ее удерживать. Вы забыли о дисциплине, но теперь с этим покончено. Вы будете тренироваться чаще и усерднее. Не выспались, не поели — ваше дело. И если что-то снова будет не так, вы узнаете, что значит дисциплина. Приведите их сюда. Давай. Хотите, чтобы я показывал пример на вас самих? Сделаем. Вы двое обвиняетесь в пьянстве и распутстве. Что скажете в свое оправдание? Господин, мы не хотели. Мы просим милости. Это не повторится. Само собой. Опа, опа, зарезали. Пренебрежение к службе заразительно. Оно будет искоренено. Только так мы сможем все исправить. Я понятно говорю? Да, господин. Конечно. Давай, выходи оттуда. Хорошо, хорошо. Возвращайтесь к своим обязанностям и отнеситесь к ним серьезно. Будьте сильными, и мы победим. Так, кидать в него ножи не стоит. Я обещаю. С первого ножа не убьешь, а закидывать его бесполезно. Разойдись. Ты хитер, но рано или поздно ты совершишь ошибку, и давайте, я этим воспользуюсь. Давайте, давайте, сваливайте. Так, он остался здесь. Твое присутствие меня раздражает. Сейчас надо вот отвлечь только. Вот отвлекли. Где тот? Закрыть ворота! Вот он. На. Куда? Да тихо, тихо. Руби его! Руби! На! А сейчас надо свалить как-то. Твоим планам конец. Да что ты знаешь о моих планах?
Я знаю, ты хотел убить Ричарда и посадить на трон своего сына Конрада. Конрада? Мой сын тупица, не способный ни управлять армией, ни оставить королевство. Ричард? Он ничем не лучше. Ослеплен верой в иллюзии. Он далек от мира. Акра не принадлежит ни одному из них. А кому же? Город принадлежит его жителям. Как ты смеешь говорить за жителей? Ты воровал их пищу, нещадно карал их, загнал их в свою армию. Я готовил их к вступлению в новый мир. Крал их пищу? Нет. Я заимствовал еду, чтобы распределить ее поровну, когда наступит голод. Посмотри вокруг. В моем районе нет преступников, кроме тебя и тебе подобных. Загнал людей в армию, но я не учил их сражаться. Обучал лишь порядку и дисциплине. Разве это зло? Благородны были твои намерения или нет, но твоим действиям нужно положить конец. Посмотрим на плоды твоих действий. Ты несешь в города не свободу, как думаешь, а проклятие. И в итоге во всем винить ты будешь лишь себя, говорящего о благородных намерениях. Давай, мне надо думать, как сваливать сейчас из этого замка. Вот так вот, беги, беги. Просто беги. Вот сюда беги. Убийца, не дайте ему уйти. Он должен устать. Да должен. Вы должны. Убейте его, остановите его. Он забежал в тупик, ему да, конец. Конечно. Он должен быть где-то рядом. Тебе не убежать. Вот так вот. А я убежал. А бугагашеньки. Да пошел ты. Хрен вы меня теперь поймаете. По крайней мере, я так думаю. Вот даже флаг еще соберу специально. На зло врагам. Вот такой вот я бегун. Да я Ямакаси смотрел. Давайте, защитите меня. Помогите, ребята. Мужики. Эх. Не зря я постарался, да, не зря. И вон они мне как помогли. О, еще флаг. Давай, ползи наверх. Пора с улицы уходить. Ой. О-о-о-о. Твою ж мать. Можно быть таким невнимательным. Война так видно! Я тебя догоню! Что ты делаешь? Иди прочь! Ты умрешь! На! Вот так. Я думаю, это нормально. Да как не уйдешь? Уйдешь. А, вот площадь. Пора, пора. Все. Отдыхайте. Вот ты, Вася. Рус, да. Ну и сиди в норе. Ну и буду. А вы давайте шкандыбайте отсюда. Раз. Я тебя догоню! Твою ж мать! Догоню, догонишь ты меня, падла! Все мне испортил. Вот я здесь отсижусь. Че, не нашел меня? Вот хрен тебе. Иди падай где-нибудь там. Козел. Раз.
И я в бюро находок. Что нового? Вильям Монферрат мертв, а с ним и его предательские планы. Хорошая работа. Ты не дал ему получить акру. Почему сейчас, когда крестоносцам так нужно единство? Он мог подождать? Подождать чего? Когда король вернется и раскроет его план? Нет. Сейчас самое время для мятежа. Странно. Я думал, он отдаст город Конраду. Но он сказал, что это не входило в его планы. Не верь словам змеи. Она даже при смерти плюется ядом. Я поговорю об этом с Аль-Муалимом. Да, друг мой. Поторопись в Мосиаф. Я уверен, он жаждет новостей. Давайте. В Мосиаф. Перемотка на более поздний участок памяти. Жаждет новостей, но мы ему тогда расскажем. Убийство завершено, цель уничтожена. Возвращайтесь к Аль-Муалиму. Конечно, да, конечно, да, конечно, да! Если вас обнаружили, резко поворачивайте и... Подойди, Альтаир. Расскажи об успехах. Я сделал, как вы приказали. Хорошо, хорошо. Я вижу, ты глубоко задумался. Очень. Расскажи, о чем. В туалет хочу. Каждый, кого я убиваю, говорит мне загадочные слова. Каждый раз я прихожу к вам за ответами. И каждый раз получаю лишь загадки. Ничего больше. Кто ты такой, чтобы требовать большего? Я тот, кто убивает. И если вы хотите, чтобы я продолжал, хотя бы раз поговорите со мной прямо. Выбирай слова, мальчик. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится ваша ложь. Я дал тебе шанс вернуть потерянную честь. Не потерянную, отнятую вами. А теперь вы суете ее мне, как подачку собаки. Похоже, придется найти другого. Жаль, у тебя был большой потенциал. Думаю, если бы у вас был другой, вы бы давно заменили меня. Вы сказали, что я получу ответ, когда мне не нужно будет задавать вопрос. Я его не задаю. Я требую ответа, что связывало этих людей. Что ж, резонно. Эти люди были связаны. Клятвой на крови, но не такой, как наша. Кто они? Non nobis domine, non nobis. Чего? Тамплиеры. Теперь ты понимаешь влияние Робера де Сабле? Все эти люди, правители городов, командиры армий. Все поклялись в верности его делу. Их действия нужно рассматривать в совокупности, верно? Но что же им нужно? Власть. Им нужна святая земля, но не во имя Бога, а для самих себя. А Ричард? Салах ад-Дин? Все, кто встанут на пути тамплиеров, будут уничтожены. Поверь, у них хватит на это сил. Их нужно остановить. Для этого мы и существуем, Альтаир. Чтобы избавить мир от такого. Но почему вы скрывали правду? Чтобы ты сам раскрыл тайну. В нашем деле знание предшествует действию. То, что ты узнал сам, ценнее полученного даром. Да и твои недавние поступки не располагали к откровенности. Ясно. Альтаир, твое задание осталось прежним. Изменилась лишь мотивация. Вооруженный знанием, я смогу лучше понять оставшихся тамплиеров. Ты хочешь узнать что-то еще? Что за сокровище Малик вынес из храма Соломона? Робер отчаянно стремится получить его. Со временем ты узнаешь, Альтаир. Как открылась тебе роль тамплиеров, так откроется и природа сокровища. А пока удовлетворись тем, что оно в наших руках, а не в его. Как скажете. Именно. Ты вновь повышен в звании. Возьми оружие. Пусть оно послужит во славу братства. Что на этот раз? Альтаир, пока ты здесь. Да. Откуда ты знал, что я не убью тебя? Честно говоря, я не знал. Это был порыв веры. Так, что мне дали? Дополнительные ножи. До 10 ножей, что ли?
Потренироваться. Нечего мне тренироваться. Мне надо бежать за новой жертвой. Часто у вас не будет и секунды. Ну что ж, пока я за ней бегу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Куда он так спешит? Увидимся в следующем видео. Пока. Похоже, он куда-то очень...